Да уж, причудливый турнир, выкрутасы. Меня поставили биться с куском тухлого мяса. Как бы сильно ни старался, мне не сможешь дать сдачи. Ты ведь даже не зомби, а просто пазл ходячий. Я граф благородных кровей, я эстет. А у тебя не то что замка, даже имени нет. Тебя вообще без напряга отправить можно к праотцам. Совсем немного подождать, и ты развалишься сам. Любишь ты сосать кровь, румынская знать? Но у меня ее нет, придется просто отсосать. Превращайся сколько хочешь ты в летучую мышь. Комариным укусом меня не удивишь. А даже если разнести меня взрывною волной, два стежка, разряд молнии, и я снова живой. Вот ты пугаешься солнца, осины, крестов. По-моему, можно чихнуть, и ты будешь готов. Я соблазнитель, обо мне ползут скабрезные слухи, а по тебе ползут опарыши, да вокруг летают мухи. Незавидные тебя наградили судьбой. На твоем месте я бы покончил с собой. Не дождешься, больной, озабоченный граф. Перестань пускать слюни, губу раскатав. Говоришь, что живешь уже 1000 лет? Так это надо отпраздновать, вместе встретив рассвет. Кто победил? Кто выйдет в следующий этап? Решать тебе. Голосуй на главной странице моего канала во вкладке «Сообщество». И помни, злодею нужен твой голос.